Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Большие и дикие кошки – пример красоты и грации для всех голых обезьян. А знаете, почему? Потому что эволюционно кошки появились для усиленного бега как раз за нами. Так что если вы любите котиков, то стокгольмский синдром у вас налицо. Ну а у нас сегодня в гостях самый небольшой представитель большой группы в полосатых купальниках. Встречайте малайского тигра, подвид тигра, населяющий исключительно южную малазийскую часть полуострова Малакка. До 2004 года эти тигры считались принадлежащими к индокитайскому тигру, однако потом их выделили в отдельный вид. Что же отличает нашего сегодняшнего гостя от других тигров? Я скажу, мелкота. Из всех тигров малайские тигры отличаются самыми небольшими размерами. Его окраска и полосы очень походят на индокитайского тигра, но его размер ближе к суматранскому. Кстати, если вы не знали, каждый тигр всегда имеет свой уникальный набор полос, как наши отпечатки пальцев. А кожа у тигров тоже полосатая. Вес самцов малайского тигра до 120 килограммов, самочек до 100. Длина около 2 метров. Эти большие кошечки обитают в полях, лесах и на оставленных сельскохозяйственных плантациях. Малайские тигры, как и все кошки, предпочитают вести активную жизнь в сумерках и темноте. В это время их зрение даже более острое, чем днем. Кстати, малайские тигры, как и большинство азиатских видов кошачьих, любят много времени проводить в воде, и они отличные пловцы. Ну, во-первых, в водоемах большие кошки спасаются от зноя и кусающих мух. А во-вторых, просто в Юго-Восточной Азии всегда очень и очень жарко. В меню малайских тигров входят олень-замбар, лающие олени, о них тоже, кстати, есть ролик, дикие кабаны, а также малайский медведь. Возможно, в их рацион также входит чепрачный тапир. Но такая добыча попадается очень редко. Вообще, благодаря толстой жировой прослойке, все тигры могут долгое время обходиться без еды, не нанося при этом ущерба для своего здоровья. За один присест дикие кошки могут съесть до 30 килограммов мяса, а очень голодные все 40. Отсутствием аппетита эти хищники вряд ли страдают. Самцы малайских тигров обычно занимают территорию до 100 квадратных километров, на которой, помимо одного тигра, обычно уживается еще 6 самочек. Малайские тигрицы готовы вступить в брак с тигром примерно в 3-4 года, в то время как самцы только в 5. Обычно самцы выбирают себе одну самочку для ухаживания. В условиях повышенной плотности тигров мужского рода нередко происходят бои за полосатых избранниц. В среднем вынашивание маленьких тигрят длится в районе 100 дней. В помете может быть от 1 до 6 малышей, но в среднем 2-3. Дети до полугода кормятся молоком матери, а около 11 месяцев начинают охотиться самостоятельно. Но все-таки до 2-3 лет они все равно будут проживать с мамой. А живут маленькие малайские тигры в среднем 20-25 лет. Естественных врагов у редкого маленького тигра примерно миллиард. Ну вы поняли, о ком я говорю. Главными из преследователей малайских тигров являются браконьеры с ружьями, бессовестно отстреливающие животных ради коммерческой выгоды, ну и китайской народной медицине. Кости малайских тигров часто можно встретить на черных рынках в Азии, а в медицине используются даже части тел. Азиатские
Опиаты считают, что кости обладают противовоспалительными свойствами. Половые органы считаются мощным афродизиаком, а еще основной из причин сокращения малайского вида тигров стала спортивная охота на него в 30-е годы 20 века. Это очень сильно уменьшило популяцию данного вида. Ну а на котят и молодых тигрят охотятся крокодилы, дикие кабаны, шакалы, дикобразы и дикие собаки. А всего сейчас насчитывается около 600-800 особей маленьких малайских тигров. Малайский тигр является национальным символом Малайзии. Он изображен на гербе. Кстати, есть очень интересный факт. Сокровище малайского тигра – это название одного из самых желанных кладов. Во время Второй мировой войны генерал Ямасита по прозвищу «Малайский тигр» охранял тайник, в котором прятала свои награбленные ценности японская организация «Золотая лилия». После окончания войны тигр разделил сокровища на несколько частей и спрятал их, унеся их координаты с собой в могилу. Найти удалось только один из тайников. В нем были золотые слитки и статуя Будды, заполненная драгоценными камнями. Ну а что с остальными частями клада, так до сих пор и неизвестно. Так что желаю вам увидеть и живого, и золотого тигра во время вашего следующего путешествия в Юго-Восточную Азию. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!